Украинская армия уничтожила Антоновский мост, соединяющий Херсон с левым берегом Днепра. По информации украинских телеграм-каналов, по мосту был нанесен удар ракетой «Химарс». После ракетного удара в Херсоне усилился полицейский режим. Население было предупреждено, что нарушители комендантского часа будут расстреляны. Напомним, что ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил, что стратегия украинских войск по контрнаступлению в районе Херсона включает в себя разрушение двух мостов через Днепр.